Тензин Сёдэн Катори Синтарю. Это одна из древнейших школ японских боевых искусств. Основали ее в 1447, а уже в 1961 признали национальным достоянием Японии. Основной упор в обучении в школе Катори делают на технику фехтования мечом. Вообще японский меч катана славится бритвенной остротой, но на тренировках используют безопасные имитации этого оружия. Брать в руки меч может только опытный ученик. Меч катану я отдаю учителю. Безопасная имитация оружия бакен сделана из дуба. Она легче оригинала, поэтому отрабатывать элементы катори с ней значительно проще. Начинается тренировка с ритуала. Это дань японским традициям и одновременно настройка на работу. То есть первый поклон делается наследнику, наставнику, второй учителю, третий всем присутствующим. Ну и если мы работаем с оружием, то есть поклон торей – это поклон мечу. То есть мы отдаем дань уважения именно вот этому оружию, которое на протяжении истории Японии японцы зачастую даже обожествляли. Умение владеть своим телом, траектории удара и способы ухода от него – этому учатся, глядя на сенсея. Во время тренировки все ученики должны уметь кричать «Киай». Как говорит инструктор, это нужно для того, чтобы контролировать дыхание и концентрироваться на ударе. Кричать учат не горлом, а всей диафрагмой. Говорят, полезно для здоровья и может защитить. Таким образом уже можно останавливать агрессию. Сконцентрировались, и звучит «Киай». Человек, который собрался вас атаковать, если вы крикнули в нужный момент атаки, он может вздрогнуть, он не ожидает. То есть это имеет еще определенный прикладной аспект. В зале фехтование на бакенах больше напоминает дружеский поединок, нежели серьезное сражение. Развивается координация, внимание, решительность. Такие поединки учат уважать противника, знакомят с историей и культурой японского боя. Эта работа была создана для доспеха, для самурая в доспехе. Поэтому поражались жизненно важные точки, не прикрытые доспехом. И мы исходим в тренировках именно из этого. То есть мы сейчас доспехов не носим, и никогда не будем носить самурайский доспех однозначно, но фехтуя мы изучаем эти вещи. То есть по большому счету, да, это не бой. Но мы должны всегда помнить, откуда он возник, помнить его корни и представлять себе, что такое бой. Победа в поединке, в единоборстве Катори, выносится на второй, а то и третий план. Здесь главное – работа над собой, духовное и физическое самосовершенствование. С вами была Екатерина Маслова. Получайте от жизни удовольствие.